И всем привет, ребята, вы на канале Санишка Играем Вместе, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Be Face, Be a Bee. Ребята, в прошлом своем ролике я остановился на золотой локации. Теперь в этом ролике, ребята, я покажу вам абсолютно все локации в этой игре. Я их открыл за неделю, играя где-то, может быть, чуть меньше часа каждый день. Давайте продолжим, ребята. Следующая локация за золотой локацией – это локация Нубика. Видите, здесь вот Нубик, то есть новичок в этой игре, в Роблоксе. Можно, видите, попрыгать по нему. Тут паркур. Сначала на коленку ему запрыгнуть. Оп. Оп. Так. Ну-ка. Запрыгивайся. Что-то не получается, ребята. Я пока прыгаю. Вы обязательно подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Так, ладно, не буду я прыгать. Вот видите, здесь Нубик представлен, только он в разных позах, в разных позициях. Вот он тут представлен. То он сидит, то он лежит, то он стоит на голове, смотрит на море. Видите? Смотрите. Достаточно прикольно. Здесь я все открыл, абсолютно все. Давайте следующий мир. Это мир мороженого. Айскрим. Смотрите, какое красивое мороженое тут вот у кого-то упало. Вы знаете, очень всегда, ребята, обидно, когда у вас падает мороженое в стаканчике или на палочке, и вот так вот плюхается на асфальт или на землю, и потом уже очень трудно, конечно, его уже не покушаешь. Может быть, что-то можно сохранить, но это очень обидно. Ну вот мороженое также еще есть в шариках, в таких вот, в креманках, в стаканчиках. Это какой-то десерт, смотрите. Даже, наверное, коктейль молочный со сливками, с ягодкой. Да, тут очень, конечно, живописно. Очень красиво и очень живописно. Ну и здесь вот видите тоже особенность локации, если пойдете прямо, то никуда вы не дойдете до портала. Нужно обходить. Обходить, ребята, справа или слева. Вот еще пирожное такое, смотрите-ка. Это, наверное, даже не пирожное, это все-таки мороженое с шоколадными вафельками такими с двух сторон. Это был мир мороженого. Дальше у нас 21 мир и 22, которые появились недавно. Есть дома такая кегля настоящая, ну конечно не такая большая, как она здесь. Два мяча, мяч для регби, американский футбол. Вот такой симпатичный мир. И последний мир — это дискотека. Дискотека. Красивый такой вот пол, фиолетовый, насыщенный, как в ночных клубах. Стробоскопы, диджейский пульт. Это тоже какой-то цветной шар, дискошар, наверное. Хотя не дискошар, вот смотрите, какой
красивый, и вы когда поворачиваетесь, и поворачиваются, и вот эти вот штучки из него тоже поворачиваются вслед за это. Со всех сторон, в общем, видите, они. С этой стороны, потом с этой. Так, ну что, это был последний мир, 22-й. Вот теперь давайте посмотрим. У меня сейчас на первом месте наш аккаунт с Анишкой. 23 мира. Ну, 23-й, когда его сделают разработчики, то есть я сразу попаду в него. То есть мне не нужно уже туда попадать. Он у меня уже открыт. 23-й. Вот сейчас у нас корона победителя на этом сервере. У нас первое место. Также апгрейд совершил очень большой. 121 миллиард у меня следующий апгрейд. А сейчас у меня 1,22 триллиона. Это уже, ребята, очень неплохо. И давайте я вам покажу, открою рандомное яйцо, которое стоит у меня 315 миллиардов, 315 биллионов. Я уже как-то открывал такое яйцо, не для ролика, просто для себя, и мне попалась там комонка, обычная пчела. Давайте откроем сейчас для вас на камеру. Так, вот, ребята, у меня комонка, опять комонка. То есть два раза я уже купил обычное. Давайте купим еще раз. О, видите, уже попалась мифическая. Так, продолжаем покупать. Редкая. И все, похоже, да? И больше мне не хватает. Да, ребята, я спустил тут куча меда. И мой, конечно, вам совет, не покупайте рандомные яйца. Не покупайте, а лучше открывайте их на локации, потому что неизвестно, что вам выпадет. Вот мне выпало уже там две комонки, одна рарная и одна мифическая. А божественная или еще там есть одна... Еще великолепная пчела, которую я так и не открыл. Так, а где она, кстати, здесь? А здесь ее не показывают. Да, здесь ее не показывают. То есть я еще ее не открыл. Если я ее открою, обязательно запишу для вас ролик. Вот. Ну, а сейчас за 7 дней я уже достиг в этой игре максимума. И, пожалуй, эту игру я буду в следующий раз записывать только когда выйдет какое-то обновление или когда я открою что-то интересное. Например, три божественных пчелы у меня будет, сейчас уже две. Или еще будет очаровательная пчела, когда я ее открою. Если открою, потому что она очень редкая. Ну, на этом, ребята, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. И всем пока!